Всем привет! У нас проходит уже второй день сборов любительской сборной России перед чемпионатом мира. Со мной Роман Шмонин. Привет! Расскажи, как вообще проходят сборы, как у тебя ощущения, как игра, как сыгрались уже со своими, клубниками? Ну, сборы проходят отлично, в штатном режиме, работаем усердно. С партнерами очень удобно и комфортно играть. Вот. Тренерский штаб ротирует меня, рассматривает на различных позициях. Вот так вот. В этот раз очень много представителей Питера. Как удобнее, неудобнее играть со своими... Ну, я не знаю, наверное, ты с ними, конечно, играешь. У вас есть «Золотой», у вас есть «Волна». Кто еще из Питера? Все, наверное, да? Ну да, из команды. Как лучше, чем больше Питера, тем лучше или наоборот? Да, конечно, с ребятами, которых ты уже давно знаешь и не раз играл, комфортнее играть, и взаимопонимание, и все налажено, чем с теми же ребятами из Москвы. А нет какого-то соперничества, которое идет из Питера и перетекает на поля Москвы? Да нет, мы так подкалываем иногда друг друга, а так такого ничего нету. Но ты был на бизнес-кубке, уже играл в формате 6-6. На международном уровне сейчас поедешь играть на формате 7-7. Насколько есть отличия между форматами? Какой тебе больше по душе? Ну, конечно, больше нравится играть 6-6. Там больше... с мячом побываешь, более динамичный и красочный формат. Спасибо вам большое, вам удачи на втором этапе сегодняшних сборов. Надеюсь, все пройдет хорошо. Спасибо.